Они работают? А как вытащил? Ой, его почему? А как мне вытянивать? Мне свою свободу выкупать надо? А как мне выкупать? Он объяснял, только согласно билету, все знают. А если я за кем-то пройду? Нет, за кем-то не надо. Забавно. Ну конечно, за мной вообще плохо находили. Ну ладно. А как мне выйти-то? Еще раз говорю, 44 рубля, он билет на... У меня нет денег. У меня тоже их нет. А как это? Да. Интересно, как это? Дальше. Согласно там. Не, ну как, я же оплатил проезд, я до конца поеду. А? А зачем вам это доказывать? Я выйти хочу, а не войти. Я вас не задержу. Ну ладно, хорошо. Почему я не могу за ним пройти? Потому что один билет, один билет. Как мне вычитали? Ну то есть я свою свободу должен за 44 рубля покупать, да? Не надо громкие факты. Почему? Не, ну а как мне выйти надо, не войти? Ну я его выкину. Дальше. Конечно. Точно. А вы уверены, что не было? Конечно. Зачем мне вам что-то доказывать? Я просто хочу выйти в город и все. Я понял, тогда я не пройду. Не пройдет. А что вы меня задерживаете? Не пройдете. Что вы меня задерживаете? Я имею на это право. Да? Конечно. Титкова Елена Николаевна. Да. А зачем меня выпихивать? Зачем меня выпихивать? Назад. Зачем меня выпихивать? Я вас не трогаю. Я вам предлагаю выйти из турникета. Но я вам вежливо отказываю. Я вам вежливо отказываю. Будем стоять. До прихода сотрудника полиции. Хорошо, давайте. А вы вызовете или он должен сам? Нет, они снимают. Они подойдут. Почему? Они подойдут. Почему? Они подойдут. Да почему я должен по нему ходить? Никто ничего меня не заставляет тыкать билетом в турникет. Это дичь. Это не тыкать билетом в турникет, а это оплатить проезд, который вы... Я оплатил проезд. Почему? Извините. Если бы вы оплатили, вы бы вышли как все, однако сейчас у вас нет билета, и вы являетесь безбилетным пассажиром на основании. Давайте составим административный материал в отношении меня. Правил перевозки пассажира на транспорте, вы являетесь безбилетным пассажиром. Почему? Я имею право вас задержать. Задержать, да? Да. Предложить вам взять билет на выход. Предложить. Вы отказываетесь. Я вызываю сотрудника полиции. Давайте. Выходите. Я буду... Выходите. Зачем? Я не хочу выходить. Выходите. Вы задерживаете меня. Я не хочу выходить. Выходите. Я вас не задерживаю, выходите. Елена Николаевна. Выходите. А зачем физическую силу-то применять? Вы себя видите? Моя физическая сила и ваша. Это разные вещи. Алло. Я понял, я понял. Девушка, ну такого выпусти меня или мне перелезать тут или что? Да. А что вы делаете-то? Вы мне боль причинили физическую. Зачем вы меня, это самое, Елена Николаевна? Анна Титкова, правильно? Ну все. Ну, можно я выйду вон у вас на замочек, даже не закрыт, видите? Не закрыт он. Ну или мне перелезать, или что мне делать? Нет, вам приобрести билет на выход. Ну, зачем мне на выход билет приобретать? Потому что вы проехали. Почему без билета-то? Ну, почему вы меня-то задерживать не пускаете отсюда? Вы полицию обещали вызвать? Может, вызовите ее, наконец? Или долго я буду тут стоять-то? Вы будете стоять ровно столько, сколько хотите. На данный момент вы безбилетный пассажир. Следуйте билет на выход в аппарате. Ну, то есть я правонарушение какое-то совершил, да? Получается. Не, ну как, давайте-то штраф мне выпишем, что такое-то. Вначале вы приобретите билет на выход. Не, ну как билет на выход? Да, не хочу. Это ваш. Ну, у меня нет денег приобретать билет на выход. Вы выпишите мне штраф, пожалуйста. Позвоните в горячую линию, получите консультацию по данному вопросу. Записывайте. Ну, вы полицию вызовите или нет? Вам нужна полиция? Вызовите. Конечно. Себе, хорошо. В таком случае я напишу на вас заявление тогда. У меня свидетели полный зал. Угу. Чего? Что, меня задерживали, да? Вас никто не задерживает. Хорошо. Ну, я пытался за людьми выйти, вы меня не пускали. Вы хорошо. Не имеете на это права. Ну да, вы меня ограничили в нем, правильно? Нет. Почему? Абсолютно. Ну я должен свою свободу за 44 рубля выкупать, да? Адрес не подскажете? Этот? Алло. Так. О. Отлично, полиция сбрасывает. Может, выпустите меня все-таки отсюда? Я вас абсолютно не задерживаю. Ну хорошо. Нет, на это право. Не трогайте служебный. Служебный вход, да? Да, не трогайте. Ну тогда я буду перелазить, к сожалению. Если вы будете перелазить, о! Я буду... Ой, господи, что же такое? Тут уже не полицию надо вызывать, тут надо уже скорую помощь. Скорая уже была сегодня, да. Да, точно скорую помощь, однозначно. Просто нет, сейчас полицию вызовут и все. Конечно, да блин, трубку не берут, блин. Сейчас вот транспортная полиция придет, просто... Да вот они уехали, транспортная полиция. Ну позовите, вызовите. Ну вызовите. Я вызываю, они не берут трубку. Она вам нужна пока что. Вызовите себе полицию. На данный момент я пресекаю ваш безбилетный проход. Вы на это не имеете права. Безбилетный проход в город? Ваш безбилетный проход. А я обязан, да, тыкать в турникет билет? Просто интересно. На выход. Можно за вами пройду? Ой, что ж вы делаете-то? Ничего, просто вы пытаетесь сейчас меня толкнуть. Этого нет, делать не надо. Я пытаюсь выйти всего. Я на приформе. Я при... Ну, вызовите полицейских, пожалуйста. Вызовите себе. Ну, я вызываю. Покиньте турникет. Я хочу туда покинуть турникет. Покиньте турникет. Зачем мою свободу-то ограничить? Ай, больно же. Ой, ой, как... Я же вас не трогаю, видите? Вот эта клоунада ваша. Ну, выпусти меня и все. Выйдите из турникета. Я не хочу выходить в ту сторону, хочу в ту сторону выйти. Покиньте турникет. Я не хочу покидать его в ту сторону. Не надо меня толкать. Зачем меня заталкиваете туда? Не надо меня толкать. Алло, алло. Полиция. Понятно. Выходите из турникета. Я не хочу, что меня толкаете. Выходите из турникета. Зачем вы толкаете меня? Нет, я держусь. Ну, у вас ничего... Да, у вас ничего не будет. Что? Потому что вы обязаны оплатить. Да я оплатил свой проезд. Проходите по билету, как все, выходите. Да я не буду проходить по билету, как все, уже принципиально, потому что я не обязан его тыкать в турникет на выход. Вы проще на свет заявление получите и все, максимум, что вы делаете. Будем стоять. Будем стоять. Будем стоять. Будем стоять. Возможно, транспортная полиция подойдет. Возможно, да, скорее всего. Надо ее вызвать, наверное, возможно. Да? Нет, они пройдут сейчас. Живо подвинулся, Ян Николаевна. Ой, Елена Николаевна, простите, пожалуйста. Между мной и вами... Ну, я просто хочу пройти вот до кошечки, да? Нет, хочу. А то есть я получится. Вправе на свободу передвижения ограничен как-то? Ой, не говорите громкие слова, молодой человек, вы не знаете их смысла. Я могу тихо сказать. Вы выйдите из турникета и покиньте турникет. Почему? Потому что вы не обязаны в нем находиться. Не обязан, да. По билету. Я не хочу в нем находиться, поэтому я хочу покинуть туда. По билету, как всем. Как согласно, все. Да, согласно регламенту, согласно правил. А где, покажите, пожалуйста, правила перевозки пассажиров на транспорт. А вы возьмите, где я обязан тыкать билетом в турникет? Ну, ознакомьте меня, пожалуйста. Выйдите и почитайте всю информацию для пассажиров. Она вся есть на станции. Где? Пройдите да и я почитайте. Хочу сюда выйти и тут почитать. Ну, это вы знаете, мы очень многое все хотим. Да, хорошо, да, отлично. Да. У вас нет билета. Да есть у меня билет. Вставляйте билет. Да я не хочу вставлять его в турникет на выход. Ну, не хочу, значит, стойте здесь. Ну, то есть вы меня задерживаете, да? Нет, я ограничиваю. Ограничиваю. Я пресекаю свободу, да? Ваш безбилетный. Ну давайте оформим меня административное правонарушение. Это самое сделаем. Подождем сотрудника. Ну как так, безбилетники будут выходить, покупать билеты, все что ли? Надо штраф им выписать, правильно? Давайте вызовем, да, правильно, вот. Не может быть, не старшего смены, а сотрудника полиции. Старшей смены мне вас тут не нужно. Николаевич, подойдите, пожалуйста, сюда. Нас принципиально показывает. Очень принципиально. Кто хочет, сказал, я не обязан тыкать билет в турникет. Встал, стоит со мной в этом турникете. Ну вот и я стою, и он стоит. Вот и стою. Требует всех чуть ли не генерала полиции. Я это уже поняла. Сказал, я не обязан тыкать билет в турникет, а у него его вообще нет. Но это не точно. Предложила много раз взять билет в аппарате. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Можно вызвать сотрудников полиции к турникетам на станцию Люберцы, который около торгового комплекса «Спортуна». Я адрес, к сожалению, не знаю, вот торговый комплекс «Фортуна». ТЦ «Фортуна», около них вход на станцию Люберцы, вот прямо к турникетам. Можно сотрудников полиции вызвать? Побыстрее желательно. А вот меня женщина-контролер Титкова Елена Николаевна задерживает и ограничивает мою свободу передвижения, не давая мне выйти со станции. Вот. Хотел бы, чтобы пресекли ее противоправные действия, и хотел бы написать на нее заявление. Угу, спасибо. Кстати, я, может, вас поправлю, вы неправильно фамилию записали. Да вы неправильно фамилию записали, я вас поправлю. Что же такие это самое? Неправильно. Я вас сейчас на вас заявление напишу, вы ознакомитесь с моей фамилией, не волнуйтесь. Вы можете тоже на меня записать заявление, например. Вы не будете отходить, да? Нет? Хотите здесь постоять? Я понял, хорошо. Постоим, постоим. Елена Николаевна, а вы ЧОП или контролер? А, контролер. Если у вас статус ЧОПа нет, да? Здесь нет. У вас владеет, что вы говорите, да? Удостоверение частного контроля. Нет? Нет. Хорошо. Елена Николаевна, так может правилам разберемся по правилам, где написано, что я должен тыкать билетом в турникет или покупать билет на выход, когда я уже оплатил поездку? Не хотите, нет? Ну, что ж вы отворачиваетесь? Давайте. Я знал своих героев. Да. 2 hours later. Не делайте резких движений, я вас боюсь. Вы меня толкали там, я даже упал, ногу себе повредил, кажется. Ударил, да? Ой-ой-ой. Обязательно пишите заявление в полицию. Обязательно. Что, вы освободили меня проходы? Или вы еще кого-то хотите задержать? Смотрите, за двумя зайцами погонитесь, ни одного не поймаете. Вот, смотрите, а вы меня освободили место. Я вам не освобождал, возвращайтесь. Да? Не освобождал? Молодой человек, возвращайтесь. Мы сейчас с другом. Возвращайтесь. Да не обязан тыкать билетом в турникет на выход. Что? Билет. Возьмите билет и проходите. А мне не надо билет на выход. Возьмите билет и проходите. У меня есть билет. Возьмите билет и проходите. Я не буду проходить. Мне? Нет. Ой, а вы меня опять задерживаете? Да? Ну ладно. Постоим еще. Задерживаете. Ну ладно, страшно. Не, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо. Ничего страшного. Не поймали ведь одного зайца. А может, у него действительно не было билета. Стоите вот принципиально, чтобы я не вышел. А сколько у вас подписчиков? Ну, неважно, не принято хвастаться. Да не, ну а как вас в YouTube зовут? Я еще подпишусь. All Rus News. Сейчас, секунду. Где-то видел, я тебя позвали. Такой хуйня, молодец. Вера. Спасибо. Можешь тоже поснимать, сейчас полиция приедет. Да, конечно. Вас тут обычно, наверное, толкают, пинают, чтобы пройти, да? Или как? Вы просто что такая вас толкает, вы пропускаете. Я вас не толкаю, вы меня не пропускаете. Странно, да? Не находите? Как вам хорошее отношение? Вы что-то не цените, так скажем. Так может правила посмотрим, где написано, что я должен тыкать билеты в турникет-то? Я ж нарушитель злобный. Вы же не хотите разговаривать, давайте я пройду, да и все. Там подождем. Че в проходе стоять? Или может вы хотите, чтобы я вам билет показал? Нет? Не хотите билет? Какие ваши требования тогда? Или вы действительно думаете, что у меня нет билета? Зачем цирк-то устраивать? Если вы уже знаете, что вы не правы. 2000 years later. Здравствуйте, пройдите сами. У нас билетный пассажир. Вы к нам? Сосеет репутикой и пытается доказать, что... Вот полицейские приехали в прямом эфире. В прямой эфир полицейские приехали. Комментарий полный. Да, да. Неоднократно предлагалось пройти к аппарату, взять билет. Принципиально отказывается. Сказал, я не обязан тыкать билет в турникет. Поэтому я обязан пройти просто так. Почему старший? Старший распутники один, да. Молодой человек сам себе полицию вызывает. Я ж его в свободу ограничиваю, слова там. Полицейские, не хотите пресечь вот то, что ограничение моей свободы, нет? Да? У меня есть билет. Я хотел бы написать заявление. Проходите, я хотел бы написать заявление вот на данную гражданку, потому что она меня толкала. Да, да, конечно. Давайте я пройду. Вы сопроводите его в дежурную часть. О. Сопроводите, пожалуйста, его в дежурную часть. А вы данные установите, данной гражданке, нет? Камеры взял бы с собой. Ну, прямой эфир включил, а прямой эфир, да, в Инстаграме. А что детский сад? Ни в одном пункте правил не написано, что я должен тыкать билетом в турникет, это же беспредел. Это дело не в этом, это не она придумывает, понимаешь? Она стоит бедной. Так их нет вообще, этих правил. Нет, не даже она вот в этих правилах. Тебе вот самой не жалко женщину, она тебе матери годится. Да, я ее не толкал. Тут ребята проходили, толкали ее, оттаскивали. Я ее вообще ничего не делал. У тебя если билет есть, возьми просто, пройди. А зачем, если я не обязан тыкать билетом в турникет? Вот вы попрыгаете сейчас по 10 раз, да? Вы можете это сделать, но зачем? А как ты пройти хочешь, если ты... Как пройти? Я вообще хочу, чтобы вот в метро же, да, открываются билеты? На выход, да? Никто же билет не спрашивает на выход. Потому что пассажир обязан сохранять билет до конца поездки. Поезд приехал, все, его выкинули. Вы идете на легничку? Я выхожу, нет, я выходил. А, ты выходил? Да, я не пытался пройти с этим самым. Есть, правильно, конечно, все грамотно. Был случай тоже, мужичок один писал, там в суд даже выбрал, что эти турникет незаконны. Ян Котелевский, да. Вот, и суд вывел, что эти турникет незаконны, ну сам видишь, что да, незаконно, они стоят. Потому что пока все не будут вот так вот делать, не все не будут вот в очередь становиться, они так не сделают. Это Россия, понимаешь? Это Россия, да. Все, бесполезно что-то, как бы... Вот так, если у тебя есть билет, просто показал бы, она тебя выпустила. Она не хотела смотреть. Почему? Не знаю почему, она вообще молчанку сама играла. Естественно, да. Сейчас. Так. Сейчас я завершу прямой эфирчик. Тебе надо этот указ на голову одеть, чтобы такая же. Да, у меня есть. Руки свободные были. Давай. Так, смотрите. А вы местный, линейный, да? Тебе свое время жалко. Мне не жалко. Мне ради своих прав не жалко свое время. Значит, у тебя просто ради будущего. Нечем заняться. Нечем заняться. Смотрите. Вот, видите? Билет. 44 рубля туда-назад оплатили. Ну все показал бы, и все прошел бы. Она не хотела смотреть, я ей уже предлагал показать. Она меня толкала, вот я чуть ногу не вывихнул. Вот. А вы весы, они просто не гадят. Если хочешь, иди, ради бога. Заявление писать там будешь что-то. Да и заявление я напишу, я думаю, в онлайн виде. Вот, данные там будет. У него бейджик есть. Может. Да я знаю, да, там данные все есть. Это самое. А ваша как фамилия? Ну, представляете, статья 5, пункт 5? Нет, если нет, я к вам не обращаюсь. Ну, даже если я к вам обращаюсь. Ничего подобного. Ничего подобного. Если я обращаюсь к вам туда, а так нет. Нет, вы не правы. Это очень распространенное заблуждение, к сожалению. Статья 5, пункт 5, когда я к вам обращаюсь. А когда вы ко мне обращаетесь, пункт 4. Тогда вы еще удостоверение обязаны показать. А разница в том, что не обязаны просто. Я когда я к вам обращаюсь. А вы мимо шли? Вы мне неинтересны, да. Я понял. Ну ладно. Просто не хотелось бы еще жалобу на вас писать. Зачем? Представились бы, да и все. Ну как так можно? Вам что, все равно, что ли? Ну, понятно, понятно. Зря так. Почему в Люберцах постоянно такой беспредел? Объясните мне. Почему, знаете, такой, как анклав какой-то, да? Там, где никто не знает ни законов, ни прав. Ну, мне просто интересно, вот как у люберецких полицейских, вы вроде нормальные парни. Смотрели билет, разобрались в ситуации, да? То, что турникеты незаконные, знаете. Мы вообще этим не занимаемся. Да я понял. Да я бы и так прошел. Вот эти турникеты, если ты их ломал, это одно дело. Я их не ломал. А мы как бы... У тебя административного правонарушения нет никакого абсолютно. Правильно. Нам это не интересно, понимаешь? Мы не видим здесь ничего твоих действий такого незаконного. Вот и все. Конечно. Пойдем. Ну все, представьтесь, да идите. Удачи вам, удачи. Да. Вот так вот, друзья мои. Ни полицейские, ни контролеры закон абсолютно не знают. И что мы-то хотим от обычных граждан? Ну, зачем? Они требуют что-то от граждан, когда сами ничего не исполняют. Вот.